В рамках субботника и высадка саженцев деревьев, чтобы придомовые территории были зелеными и ухоженными. По просьбе жителей в нескольких частях города появились новые кленовые аллеи. На этот субботник на проезде Мишина вышли с семьями. Дети с удовольствием помогали взрослым и копать, и поливать маленькие клены. Старшая по дому от имени жителей обратилась в Совет депутатов. Ко мне, к депутату по этому округу, я хотела бы сказать огромное спасибо как жителям неравнодушным, старшим по дому, благодаря которым наш город становится лучше, ну и, конечно, администрации города во главе с Юлией Олеговной.